Здравствуйте, дорогие зрители. Рассмотрим сегодня мод, который добавляет в игру топливную цистерну, приобретенную в собственность. Тюнинга для самой цистерны не так много. Несколько вариантов сцепок, возможность покраски цистерны, возможность тюнинга колес. Ну и работает, естественно, на бирже грузов. Это бензин, дизельное топливо, керосин, пропан, бутан и так далее. Тест на версию 1.41. Устанавливаем, скачиваем данный мод по ссылочке, устанавливаем его и приступаем к самой игре. Игра загрузилась, и перейдем к покупке прицепа. Сам прицеп находится у нас в стандартных трейлерах, то бишь это вот здесь. И вот он появился. Топливная цистерна. От этого мода. По перевозке типа грузов можно понять то, что это и тип груза, то что это мод. Здесь у нас чуть-чуть по-другому уже. Нормальное написание. Выбираем этот, и давайте посмотрим изменения конфигурации. Сразу предупреждаю. Заходя в тип сцепки, здесь не меняете, так как он перескочит на другой прицеп. Хотя прицеп не заменяет другие прицепы. Но смотрите, что получится. Получится вот такая вот фигня. Поэтому, так, тип сцепки мы не меняем. Уже, как говорилось, он перейдет на другой вид прицепа. Кузов у нас не меняется. Шасси точно так же. Покраска. Покраску можно выбрать какой-то из цветов или взять какой-то скин. Скин, конечно, реагирует по-другому. Ну и, как говорилось, аксессуары можно изменить шасси. Поменяем резину. Всего 4 вида резины. Давайте остановим вот этот. И здесь установим, как везде. Ну и также можно поменять диски. Диски я не буду смотреть, какие, уже сами своим решением можете что-то поменять. Ну также всякие шпильки, херинки, аналогично. Вот такой у нас прицеп. Давайте его возьмем и посмотрим, что он из себя представляет. Вот так вот у нас выглядит прицеп. Тюнинга, конечно, не так много, но прицеп у нас собственность. Давайте проедемся. Хотя что проезжать? Кабеля все работает. Анимация вроде тоже присутствует. Но у нас, кстати, имеется еще один прицеп поинтереснее, и мы его сейчас рассмотрим. Переходим снова к покупке прицепов. Первая вкладка — стандарт трейлер. Вот у нас прицеп, который мы купили. Но переходим чуть дальше, листаем чуть дальше, и у нас уже есть вот такой вот прицеп, уже двойная цепочка, ее называем. И переходим к изменению конфигурации. Аналогично, в тип прицепов ничего не изменяем, потому что он опять заменит на другой вид прицепа. Кузов у нас тоже также не меняется, ничего нету, шасси аналогично. Но можем поменять цвет прицепа, какой вам по кайфу. Выбираете, смотрите, что-нибудь придумываете. Точно так же можно сделать металлик. Тут несколько три цвета, поэтому надо будет выбирать три цвета. Я оставлю вот этот, пускай будет. Ну и также тюнинг. Тюнинг у нас колес. Шасси, точнее, можем диски поменять, резину. И на этом тоже прицепе можем что-то поменять. Вот тут, кстати, можно поменять бампер, здесь поставить какие-нибудь отражатели. А здесь поставить юбочку. Давайте с той стороны поставим. Секундочку, поставим вот сюда. То, что мы поставили. Вот так вот. Ну, все прекрасно тут. Давайте поменяем резину, чтобы везде была одинаковая резина. Вы, конечно, будете ставить то, что вам нравится, какая резина по параметрам и тому подобное. Вот такой у нас прицеп. Давайте походим, посмотрим. Ну, в принципе, я говорю, тюнинг не такой большой, но сам прицеп такой прикольненький. Что, давайте приобретем и возьмем его.
и проедемся. Вот, ребят, сам прицеп, он нас ждет, сейчас мы подъедем и заберем его. Прицеп выглядит добротно. Сейчас посмотрим, есть ли анимация. Так, здесь у нас нету анимации кабели, но, скорее всего, ее и нету. Ничего страшного, это не беда. Вот так он выглядит. Прицеп очень длинный, так что придется на некоторых поворотах следить за габаритами своего прицепа. Давайте подъедем и заберем прицеп. Так, забрали прицеп, и давайте проедемся по трассе, по городу. Посмотрим, что и как он себя представляет. Окраска, конечно, прикольненькая. Можно было окрасить в желтый цвет знак топлива. Вот смотрите, теперь надо будет аккуратненько поворачивать на поворотах, чтобы было все четко. Так что, ребят, скачивайте мод по ссылочке в описании. Пользуйтесь, кому понравился, ставьте палец вверх, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. А давайте поедем. Как раз загорелся зеленый. Конечно, вы понимаете, по габаритам мы теперь стали, оба-на, а вот она и первая зацепочка. Вышли на трассу, здесь вообще моща прям прет, четко. Давайте вид сверху посмотрим, или вот так вот, офигенно, вообще, шикардосно, ребята, шикардосно. Это я понимаю, сцепка. Вообще огонь, да? Всем спасибо, кто посмотрел мой видеоролик, поставил лайк, палец вверх, подписался. Всем удачного дня, хорошего настроения. Ни гвоздя, ни жезлов.